Егор на проводе, Ваня со мной на балконе тоже. Субботний день начался неплохо. Вроде капал дождь, но чувствую себя неплохо. Потом набрал Ваньку. Алло, Ваня, ну что ты там, как ты, мой друг? Ваня, тут проблема нарисовалась. Надо решить. В ответ выдвигаюсь. Я подъехал, забрал тебя на черной Альфа Ромео. 95-й заправленный бак, пускай не полностью, но мы тоже поддаты. Пак Харнаса, жабки, все порешал. Я встретил друга, ну и хуй с вами дальше, блядь. Кому я должен, я всем прощаю. А если что не так, то Ваня порешает. Это тебе в дорогу, помни, путник. Ни гвоздя, ни жезла, с тобой крестик будет. Ты заехал тут нежданно. На балконе 5-й этаж познакомился с женой моей. Ее зовут, кстати...